В Нижней Силезии так умеют все. Рогатые сани – визитная карточка этих мест. Эта забава родом из Германии, а здесь появилась в 40-е годы прошлого века. Сейчас она снова в моде. Мы должны доехать до какой-то горки, и там уже снегоход отцепит нас, и мы покатимся уже так самостоятельно, своим ходом. Фильм Андрея Панкратова «Польша». На канале «Моя планета». Вторые сутки в пути. Без отдыха и остановок. По бездорожью, сквозь непогоду. Ради единственной цели – спасти дух своего народа. В поисках гонгов. На канале «Моя планета». Самая узкая улица в мире – Виккола делла Верилита, и находится она в итальянском городе Рипотрансоне. Ее ширина всего лишь 43 сантиметра, ну а в некоторых местах она сужается до 38. Именно здесь придумали, как можно получать изображение непокорных терагерцовых излучений и что это может дать человеку. Даже по самым скромным меркам, это изобретение способно коренным образом изменить нашу привычную жизнь. Мы сделали прототип такого прибора, который весит примерно 200 грамм, наверное, и идет у нас под вывеской «Лаборатория в кармане». Использование прибора не требует специальных навыков. Все, что нужно, это нажать кнопку, выпустить лазерный луч и подставить под него любой органический предмет, в натуральности которого есть сомнения. Парацетамол, не вскрывая, прямо через упаковку мы подставляем, получаем спектр, получаем, что это действительно парацетамол. Новый прибор имеет еще несколько плюсов, которые делают его уникальным. Во-первых, в отличие от рентгена, он безвреден для организма человека. А во-вторых, стоить он будет порядка $1000, а не около миллиона, как, например, обычные томографы. В начале 16 века в Мекке на соборе законоведов кофе именем Аллаха был проклят. Его назвали дьявольским напитком и запретили к употреблению. Тех же, кто его пил, наказывали очень жестоко. Иногда отрезали язык или же просто казнили. Двойной эспрессо, пожалуйста. Боли в суставах, кожные проблемы, депрессия. Здесь можно вылечить все. В его составе содержатся вещества, которых нет ни в одном море мира. Но в нем не выживает никто. Но человек – существо стойкое, его большим количеством соли не испугаешь. Не только выживает в таких условиях, но еще и поправляет здоровье. Не пропустите. Фильм Екатерины Коноваловой «Иордания» на канале «Моя планета». На северо-западном побережье Мадагаскара живут лесорубы из племени Зафиманери. Они славятся своим искусством деревообработки. У Зафиманери нет чертежей. Дома, прежде всего, строят при помощи воображения.
жители Японии убеждены, что каждый из них обязан выполнять свою работу наилучшим образом. Поэтому предложение японцу чаевых воспринимается как оскорбление. Аригато. От Белого моря к Черному. Там есть дорога? Была. Через горы Урала. Снега Сибири. Степи Казахстана. И Большой Кавказский хребет. Самая протяженная зимняя гонка в мире. 8 команд, 16 внедорожников, 42 человека. Тысяч километров без сна, еды и отдыха. Каждую секунду они рискуют своей жизнью. Люди и машины все на пределе возможностей. В борьбе за главный приз. Еще более важную награду. Право называться победителем. Ты нас убить, что ли, хочешь раньше времени? Экспедиции Трофи 2010. Я хочу пожелать, чтобы все остались живы. На Дальнем Востоке растет береза Шмидта. Она же железная береза. Она в полтора раза крепче чугуна, и если выстрелить в ее ствол, то пуля отлетит, даже не оставив следа. Наш современный мир, напичканный технологиями и переполненный информацией, словно сломя голову, несется куда-то вперед. И мы, временные обитатели этой планеты, порой не понимая, что происходит с нами, что творится вокруг нас, участвуем в этой безумной гонке. В нашем документальном сериале мы поведем речь об удивительных мирах бушменов и масаев, ндбели и сури, туарегов и Химба. Они остаются верны тому образу жизни, который достался им от предков.